Всем привет, мы в Леруа Мерлен. Приехали за какой-то пленкой бабушке на дачу. Ой! Ну так чтобы ничего не украли охранники. Ну все, тут пошли тогда. А что за пленку-то надо? Ягод. А, ягоды закрыли? Сложно. Ну ладно, найдем. Вазочки вон какие-то. Стрюки-вазочки. Мини-аквариум. Вот такие пробки-то складываются. Но. Грунт. Кстати, смотри, здесь грунт интереснее, чем фиксики. И цвет, ну, и по цене не такой. Такой же примерно. Цвета красивые. Баночки, ну, прикольно. А, листики. Это ваза. А, я думала, это банка с крышкой. 58. А белой нету? А вон, смотри, в белой вроде, нет? Там в белом. Скорее всего, там белая. Смотри, вон зеркала тоже, типа. А, нет, я думала, они под бамбук. Такие свечки прикольные, с кактусом, с пальмой. А, блин, смотри, как классно! Фламинго, кактус, пальмы. Чем они пахнут? Дай понюхать. Она и стоит обалденно. О, прикольно. Вазочки, вон, смотри, какие-то композиции. Тоже прикольно. Какие-то свечки, шары. Интересная тема. В баночках каких-то. Чего? Сюда не пойдем? Или сейчас сразу сюда? Я не знаю. А вон давай эти вазы посмотрим, сразу туда пойдем. Что такое? Какие-то масла? Вазочки. Ну ладно, пойдем. А что там? И сразу захотела туда, да? Ну, да какая разница? Купи себе часы. Такие прикольные штучки. Пойдем здесь, пройдем здесь что-то столпотворение такое. Вон. А там нельзя. Там просто такие обои. Да? А, это такие блестящие. Ну, пойдем здесь, пройдем тогда. Я больше таких обоев не вижу, как у нас тут были, чтобы такие как жидкие были. Ну, когда натрешь, и такие жидкие. Да? Нет, с пупырками. С пупырками? Угу. Может, не тут где-нибудь есть? Часы меховые. Меховые где? Ну, которые мы видели, то там, с тобой. Травки. Меховые. Тут есть все еще моя любовь моя. Вот она. Кольцевой, да. Лампу в люстру пошли выберем. Хотя я тут покупала что-то это. Плохие? Мама говорит, что лампы в люстру здесь не очень. Леруа. Столько светильников. Кому надо светильники, здесь очень много. Лампочки по 66 рублей. Кстати, сегодня с вами будем делать распаковку. Я кое-что тут взяла, отдала пока маме в руки. Что?
комплект постельного полуторка. 910 рублей. Ну, они вроде и приятные должны быть. Но эти хорошие. Полисатин. Кухонки всякие милые. Я вот эту всю пацаны, мне кажется, у нас вот такая. Вот эту, да? Угу. Нам большая, скорее всего, будет. Моя любовь, моя любовь. Набор. Подложка это металлическая. Интересно. Банка для сыпучих продуктов 98 рублей, кувшин 86. Бамбуковую, да? Угу. Надо бы, да. Потому что у нас уже такая ужасная. И вот эту штуку хочу, и все хочу продать. Кухонка, да, прикольная. Вообще, самая тема нам. Нормально, да? Угу. Вообще класс. С бабушкой нет. Все будет грязное. Ну вот это да, то нам не подходит белая. Но ее же можно. Ее можно ведь выбирать любую здесь. Мне, мне кажется, тут базовая. Да? Комплект. Ну смотри. Так. С карты полова на 3 месяца рассрочка. Угу. 80 тысяч. Нам просто это можно сюда куда-то. А, нет, тут так только. Или врезать-то в любое же место можно. Я не знаю, как. Вообще классно. Подожди, смотри, стоимость базового комплекта мебели. Встроенный, видишь? Так, мам, смотри. Стоимость базового комплекта мебели 33 908. Стоимость образца мебели, а без учета товаров и техники. Видишь, это с техникой 80 тысяч. С холодильником, сварочной панелью, духовым шкафом, вытяжкой, смесителем и мойкой, что ли? Или я неправильно понимаю? Да, вот с этой штукой и вот сварочной панелью и с этой 80. А если вот 133. Без этого? 33 908. А вон смотри, даже какая-то. А, ну вот смотри, вот мойка. Сюда холодильник 5. Встраиваем. Холодильник встроенный. Закрой. 27 тысяч. Видишь, и даже марка Ханса какая-то написана. А, пойдем, тут уже пришли. Нам если без этого, с холодильника доставим вот это. Да, если без холодильника. А что, наш туда влезет? Наш влезет тоже. Да? Он, наверное, такой. Смотри, какие эти коврики, которые вот грязь-то это зеленые. Универсальные коврики. Сюда вся грязь собирается. 255 рублей, 58 на 73. Хочешь половик? Ну, это, кстати, дешевле даже, чем фиксики вот эти. Ну да. И сколько? 168, да, фикс прайс 199. У меня же там лежит коврик. Ну, ничего, такие коврики. Иди сюда. Иди сюда. Да? Вот нам надо зеленую такую плитку. Ну, зеленую. Которая как мозаикой? Ну, прикольно. Так, мы вообще-то за пленкой пришли. Ну да. А берем что-то не пленку. Это ты съездила, пойдем на штучки посмотрим. Пришли. Может, подмыться что-нибудь. Пластиковая. Вот эта вот тема, все в туалетные столики. Ну смотри, вот такая вот у меня есть. Так это вот эти вот все, это все фикс прайс, по идее. Только единственное, что мне здесь еще понравилось. А, вот ну, нет, уже нет. Это вообще балдею. Это да, это супер. Конечно, все суперское. Тоже смотри. Надо брать. Вышка. Да, тоже класс. А так смотри, этих целая линейка таких, вот смотри.
Тоже видишь, там типа лист монстеры? Нет, я такие-то не хочу, у нас красиво салатовые. Вот это вот классное. Но подмыться-то я бы взяла. Салатовые, да, красиво. Вообще есть. Я покажу, да? Ну, наподобие. Типа такой. Или вот такую белую. Можно и беленькую. Она как жемчужная, камера большая. Думает, что она белая. Большое мыло можно положить. Потом у меня такой листочек там маленький лежит. Угу. Ой. Мишка или кто это? Кошка. Ушки какие-то. Да. Ой, это что за тазик? Ванна на ножках. Что это такое? Вообще как пластик какой-то. Я здесь встала, тут так дует. Хочешь мочалку? 67 рублей. Кому надо мочалку в Леруа Мерлен? Дешевле, чем в Фикспрайсе. Или в Фиксике 50 рублей. В общем, совет. Унитаз, может, нам надо новый? Надо. Мне кажется, надо. Смеситель новый надо. Походу, то у нас что-то с унитазом случилось. Сломался. Какую-то деталь сейчас. Вроде заказали деталь, нет? Ну, он вроде сказал, что придет там. Ну, вроде не привез, да, еще? Маска 40 рублей. И здесь же масочки есть. Ну, вот мой коробочный рай пошел, да? Конечно. Как мы можем мимо коробочек пройти? Мимо. Там с короной кто-то просто чихают. Эти вот корзинки тоже ведь прикольно так. Класс. Они вот так еще открываются, интересно. Цены на экране, кстати. Сверху вот еще, смотри, мне тоже. Смотри, еще вот такие вот тоже, вот так выдвигающиеся. Из водорослей? Вот эти. Это водоросли? Да. Класс. Это классно. Угу. У меня какая-то ведь наподобие, вот плетеная. Ее поставим? Да. Нюхаем корзинки. Вот эту понюхала. Вот видишь? Нет, это не с крышкой. А, это 496. Это побольше, а которую мы нюхали 392. Кубы. Мои кубы. У меня где-то вот эти две маленькие лежат. Не помню, куда я сделала, но... А, смотри, еще совсем половинки появились. Прямо маленькие-маленькие. Половинку вот этого. Что с фокусом сегодня? Смотри, тоже ящики какие-то прозрачные. О-о-о! Стеллажи. Смотри, какой. Да, мне в тот раз тоже этот понравился. Класс. Ну, цена что-то не очень нравится. Такой. 490, 420. Угу. Вон саше тут есть романтическое. 64 рубля. Да что сегодня с фокусом? Ты стоишь и фокусу мешаешь. Да. Все, я поняла причину. Да. Реально, он на тебе ловится и больше ничего не хочет смотреть. А? Да, у меня такие половинки тоже есть. Вот, смотри, вот такие там были. Так это как типа в мой икеевский, если из него ящики достать. Это мне нравится. Мы должны посмотреть, что в шкафу, что ж ты не показала нам. Это мне нравится. Мне тоже нравится. Классно. Да? Угу. Ой-ой-ой. Сюда. Он куда едет? Нас чуть не сбили. Идем искать колышки и пленку. Да. А? Мойка? Да. 5 косарей. Тебе надо мойку? Да.
принципе, то не нужно. Ой, смотри, какие штучки. Надо. Надо цветочки. Вот этот тоже. Ну, этот у меня растет, а алоэ-то пол. Нету, да? Класс. Надо взять. Сейчас а это кто такой? Зачем ты меня сюда привезла? Объясни мне. По делу. Ага. Я вообще набрала себе неожиданную покупку. Хотела взять после поездки. Ага. Взяла сейчас. Да. Сапоги, тапки всякие. Это, наверное, вот тут где-то. Наверное. Давай поищем плащ, дождевик. Хочешь? Лопату хочешь? Вон какие-то. А, это плоскорез какой-то. Я не знаю, что это такое. Волосы в глаза попали. Волосы? Угу. Вон какие-то колышки. Нет, черенок. Это не то. Тут чем-то пахнет. Угу. Всякими биоштуками. А ты купила, да, уже? Так надо было тут смотреть, здесь, наверное, больше выборов. Дороже. Да? Конечно. А мы дешевле, да, купили? Конечно, там по 25. Ой, какие мыши! Травянчик. Пленка. Все, надо искать. Ой, такая классная. Лягушка. Утка, смотри, такая. Где? Мягкая, но наверху. Прикольно. Прудик, да, так оборудовать и такую утку поставить? Вот нам надо. Заборчик. Вот заборчик. Надо. Не такой вот, тут такой. Ну, он приятненький. Мама имела в виду не такой. Вот этот. Как лента бордюрная он называется. Сетка от кротов. Кстати, наверное, тема. Он не прокопается, наверное, через нее. И от мышей, может, от каких-нибудь тоже. Хотя крот не прогрызет ли эту пленку случайно? Это от кротов. А, нет. Это уже спанбонд какой-то. Каска. У меня осталась тяга к каскам. Сработает. Смотри тут, ага. Вот, для клубники пленка полиэтиленовая. Ну вот. Пленка. 136 рублей. Я возьму. Две возьмешь ей? Три? Ну, так у нее же три грядки. А не четыре? Сейчас я позвоню. Звони, спроси. А колышки где мы собрали? Все, мы нашли. То есть тут есть всякие... А, это напитки делают, глинтвейн, всякие. Горшочки. Что тут еще есть? Даже мазюкалки вот эти тут есть. Чтобы она трубки брала. Милашные штучки в цветочке. Электросушилка. Для чего она? А, для овощей и фруктов. Какая-то металлическая, что ли. Так, а ты почему сразу не спросила? Спросила, она сказала, мне оттуда позвонишь. И все, она трубки не берет никогда. Опоры бамбуковые. Ну, поехали, ты бери в карман. В общем, мы пошли посмотреть горшочек под алоэ, выбрали алоэ, который вы там показывали. На обратном пути его возьмем. Надо горшочек. Пересадка скоро будет. Кактусы. Смотри, еще тут вон всякие тоже. Смотри, иди сюда. Это же опунция вроде, или как он называется?
Только у меня маленький. Какая прелесть. Сейчас покажу поближе. Вообще прелесть. Очень нравится мне такой кактус. И такие с толстыми листьями висят. Попробую еще позвонить. Мы приехали домой. По традиции буду распаковывать свою покупочку. Купила кольцевой светодиодный светильник, чтобы снимать было лучше для вас. Стоимость, по-моему, 1165 рублей. Знаете, что понравилось? Можно крепить телефон. Есть 3 режима. В общем, все очень классно. Много. Сейчас мы его с вами распакуем. Как я долго этого ждала всю дорогу, чтобы перерезать вот эту вот. Так. Похоже, а вторую тоже надо разрезать, наверное. Ай, палец чуть ли не разрезала. Ножницами прищемила. Я же ничего нормально не могу делать. Сейчас я ее открою. Я открыла внутри у нас паспорт и руководство по эксплуатации. Я надеюсь, что здесь... А, ну здесь, в принципе, все о лампе, видимо, написано. Сам держатель для телефона, лампа и тренога. Сейчас все это соберу и покажу, как это выглядит в собранном виде. А я собрала лампу. В ней есть 3 режима. В общем, теперь у нас с вами съемки будут более качественные. Кстати, не сразу поняла, как раздвинуть вот эту вот держатель для телефона, чтобы телефон туда нормально помещался, но сейчас разобралась, думала, что придется сейчас бежать для другим телефоном для съемок. Но если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и до новых встреч!